Добрый день, меня зовут Юрий Спасов-Уходский, я представляю методику тренировок и фитнес-клуб «Бицепс», в котором эта методика тренировок моего изобретения практикуется успешно. Значит, сейчас я покажу вам упражнение для грудных мышц, которое называется пулловер или дыхательный пулловер. С помощью этого упражнения, если делать его в суперсете с приседаниями со штангой, можно расширить грудную клетку больше, чем на 10 сантиметров. Смотрите, как правильно выполняется это упражнение. Прежде всего, обратите внимание, как нужно браться за гантели. Ни в коем случае не ставьте руки вот так. Они лежат на верхнем блине. Опускаем вниз таз и гантели одновременно. Выгибаем грудь. На выдохе сокращаем мышцы и выводим гантели вперед. На вдохе максимально растягиваем грудную клетку. И потом либо напарник у вас забирает гантель сзади, либо можете ее аккуратненько поставить. Регулярно выполняя это упражнение, вы разовьете себе мышцы груди, зубчатые мышцы и широчайшие мышцы спины. Спасибо.